И сегодня я покажу свой дом, точнее отель, потому что я постоянно его называю домом, но так как в нем слишком много этажей, я решила его сделать отелем. Сейчас я уйду из точки. Вот это вот весь, это мой отель. Отель я покажу в следующем видео, а сейчас я буду показывать дом, но если успею, покажу видео и ту пещеру. В общем-то, сейчас подождите, надо и туда, и сюда, и все успеть надо, пока дойдешь до этого. Так, а ну сюда. Хоп, и сейчас мы приземлимся прям в воду, да? Нет, не в воду. Странно. Дом у меня не светится, потому что... Ой, подождите. Потому что... Здесь темно сейчас. Сейчас я включу фонари, чтобы было светлее хоть как-то. Или лучше вот этот вот включить. Нет, он слишком маленький. Слишком мало светит. Ладно, я выключу летучесть. Теперь я только прыгаю. И вот теперь я могу по-настоящему залазить, а не залетать туда. Кстати, по-другому я не могу на этот этаж забраться. Здесь вот такой у меня факел стоит. Он только один, потому что здесь без окон. Я не люблю делать с окнами. Я люблю делать, когда... Ой, сейчас. Когда что-то... без блока, потому что как бы холодно, и ты теплее, ну и все такое. У меня был Майнкрафт, я снимала видео, и вот я его удалила, знаете чего? А знаете чего? Потому что я почти такое же строила, я вам даже показывала. Но я его удалила, так как я пыталась найти то, что я сохраняла. Но в итоге оно не сохранилось. И я не смогла найти. Вот все, что я могу ответить. Ой. Быстрее. Так, надо зарыть. Хоп. Просто меня уже достала вода. Здесь кто-то был нормальный. Вот нормальный вот фонтан. И теперь из-за того, что вот у меня там водопад произошел, я вот не могу теперь. Тогда у меня был просто маленький ручеек, потом я решила добавить, и вот тогда, именно в тот момент, у меня пошел прям кризис, я так разозлилась. Неважно. Я просто показываю отель. Я успела. Ну, я быстро, в следующем видео я прям покажу, как я тут целый день, если я успею. Вот последний этаж. Последний этаж. Это не в том смысле, это что он такой маленький, с виду казалось, что он большой. Нет. Это последний этаж, там, где он может ехать. Этот последний этаж. Вот, видите? Ой, нет, вот последний этаж. А вот уже не последний. Вот заходим сюда. Вот здесь-то как будто просто один этаж. Ну, ничего не примечательно. Ну, зачем мне один этаж? Типа, просто один этаж темный сейчас. Ой, вы уже увидели, да? Да, вы уже увидели. Здесь два этажа. Просто вот я постоянно за него забываю. И поэтому вот так кажется. Знаете, что там светло? А потому что там у вас светло. Видите? Почему тут светло? Я не понимаю, что там светло, ведь там мне темно. Ой, сейчас наверняка... Нет, это тот. Вот этот домик, я его не обожаю, но он нормальный, потому что здесь это... Ой, это из фонарей, если захочу, ведь дом выключу. Сейчас. Вот этот я обожаю, потому что сейчас покажу, чего я обожаю его. Сейчас покажем классе. Вот почему я его обожаю. Вот почему я этого родного обожаю. Смотрите, где дверь. Здесь все так уютненько. Все здесь так, пространство такое все хорошенькое.
Ничего тебе и не надавит, все-то хорошее, да? А теперь летим к другим домам. Сейчас вы оцените тот, и который я. Это тот, который. Это предпоследний. Это предпоследний, предупреждаю. Предпоследний. И здесь только одна стена, больше я окон не сделала. Я, видите, как я ненавижу окна? А вот в том доме я не сказала, что я ненавижу окна. Потому что. Нет. Привет. Что? Куда будешь потом? А здесь чуть больше окон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В общем, ни одной стороны без окон нет. Почти. Дальше я не могу устроить, потому что это слишком высокая высота. Я даже пытался, но у меня не получается. Я даже на вас докажу. Вот. Ой, блин, это туча дурацкая. Ой, придется как-то так. Вот. Видите? Я пытаюсь построить. Ничего не строится. А если вот даже вот здесь, то оно строится. Я же говорю. Высота, я не вру. Я слишком высокий построила дом, что уже так. Ладно, всем пока.